На машине приехал вот Сергей, любимая моя машинка, акцентик, подбитая, вот так вот, прям под жесткость, ну это мы снимем. Но отсюда доступа нету, как мы видим, но тем не менее снимать мы будем все равно, пробовать разбирать это дело. Тут, конечно, вот такая красота у нас получается. Все винтами, пропеллерами, как бы ударчик серьезный. Тут уже как бы просто так бескровно не получится. Вот она, плоскость какая некрасивая, с заломами. Вот видно, да? Но все равно попытаться полечить надо. Здесь придется вот так разгибать. Здесь краска скукожилась. И здесь вот тоже по конту. Вот размером с ладошку получается. Так что вот такая красота. А по-другому клеем или чем-то тут дергаться бесполезно. Придется греть и пробивать изнутри. А потом уже думать, что возможно подлечить так, чтобы была зона ремонта как можно меньше. Ну вот, мы тут плавно получается, что пришлось выстукивать по вот этому, выдавливать то, что жестко. И на сегодня как бы хорош, а потом надо будет разгладить, что надо пробить, что надо поднять. Вот как-то так. Сейчас чуть полирнемся и потихоньку начнем развязывать. Потому что вот здесь вот складка, так еще и есть она. Ее надо убирать. Вот она. Зажатый металл. Ну вот, что у нас получается? Мешанина. Тут от вот этого посложилась, вот она. И мы еще набили, надавили. Ну, попытаемся развязать это все потихоньку. Вот у нас тут еще багажничек. Вот такая красота неспокойная. Это после ДТП. Попытаемся чуть по чуть развернуть, если получится. А не получится, бросим и скажем, что так и было. Вот это с другой стороны. Что получается у нас? Здесь более-менее вышло, а здесь и вот это вот кусочек. И вот эта вот часть, это только под споттер, либо ж поплевать. Сейчас я здесь сниму. Еще подправить, конечно, тут можно чуть, но тут уже не идет зажато. Тут вот что можно было, подергался, остальное под споттер, либо под шпаклевку. Потому что вот видно, краску отрываешь, а толку нету. Здесь вот более-менее нормально сделалось. И вот что у нас тут, то же самое. Продолжаем. Здесь надо развязывать это все, вот эту красоту.
да, видно, конечно, что краска здесь подратая. Вот она. Вот так. Глаза не бросается. Вот. Ну а тут пришлось брать молоток. Это под покраску тоже. Да, скорее всего, и это тоже. Все, багажник.